Книга «Открытым оком», том 3, тема «Молитва», вопрос 1063. Матфея 18:19. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Поясните, как это происходит на практике. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Под словом «о всяком» имеется в виду «о всяком благом». А после слова «будет» должны стоять слова «если угодно Господу и живы будем». Только в этом случае это изречение Христа соответствует истинному пониманию. Почему двое? И какое отношение это имеет к молитве? Очевидно, что речь идет о теле Христовом, церкви. А вне церкви нет единения тела с главою. Колоссянам 1:24. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь». Не суди о том, чего не знаешь. Вот плетется по дороге нищий, ты о нем от жалости рыдаешь. Он же прячет нож за голенищем. Не суди о том, чего не знаешь. Вот живет в дворце своем богатый, ты в уме добро его считаешь, а ему темно в его палатах. Не суди о том, чего не знаешь. Вот у брата на лице веселье, ты ему завидуя вздыхаешь. Он же ночь проплакал на постели. Не суди о том, чего не знаешь. Вот лицо суровое у брата, ты его за это порицаешь. У него ж душа мягка, как вата. Не суди о том, чего не знаешь. Всех люби, а всех молись сердечно. Ты сейчас всего не понимаешь. Все тебе откроет только вечность. Богу нашему слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.